Она бешеная. Она! Училка пришла, злая. Это училка. Что это? Что это такое? Смотри, дети хулиганят в столовке в школе. Он еще и толкает нас. Она услышала, она ползет за нами. Нет, башка. Башка училки ползет за нами. Привет, ребята, вы на канале Игорюшины Игруши, и сегодня мы играем Little Nightmares. Это продолжение той истории, когда мы шастали в лесу. Да, это продолжение. Мы боролись с охотником, а сейчас мы идем в какую-то странную школу. Что нас там ждет? Зачем мы туда идем? Мы пока не знаем. Мы не понимаем. Так, выползли с окна. В общем, это та игра Little Nightmares. Да, это у нас город страшный. Куда мы идем? Наверное, в школу, да? Это, наверное, уже выход да, в школу. Да, мы идем в школу. Сейчас мы проверим, пройдем здесь. Через, наверное, окно придется пролезать. Давай. Это очень длинная. Приготовьтесь, ребята. Длинная, страшная история. Смотрите обязательно, ребята. Обязательно смотрите до конца, потому что мы сами не знаем, чем это все закончится. Да. Это можно считать почти прям как кино. Да, прямо как кино. Так, мы пришли сюда, и что тут? Что делать? Ребят, ну, обязательно смотрите до конца. Это очень интересная история, очень интересная. Мы пока не знаем, как пройти это все, потому что первый раз играем, поэтому будем думать логически. Да-да-да. Это как квест. Любите квест? Ставь лайк. Ставь лайк. Любишь квест? Тогда ты the best. Так, ребята, мы раскачиваем веревку, чтобы толкнуть телевизор. Толкай. Ребята, обязательно ставьте лайк, это будет очень хорошая вторая часть. Смотри, мы поднялись, а дальше что надо? Поехали. Прыгнуть, все отлично, да, молодец. Мы уже прошли видео. А здесь что? Телек это... поднялся наверх. Это канат, наверное. Давай толкать его. Давай. Вон девчонка наверху. Мы ей помогаем подняться, вот в чем дело. Она, кстати, Это жесть. Она сама, кстати, ходит. То есть компьютер за нее ходит. Мы ее не толкаем, ничего, она вот сама. Вот это да. Так, она спустилась вниз, и что она хочет от нас? Жесть, как круто произошло сейчас. Пойдем, поднимемся. Что она делает? А она предлагает руку, ну прыгать надо. Ну тут, наверное... Вот через такой... Это было опасно сейчас. Через такой пролет. Это, кстати, клавиши нужно Shift удерживать, иначе не получится разогнаться так. На Shift нужно удерживать. Так, балки перепрыгиваем. Ну это легко. Да, это легко, но нужно соблюдать... Аккуратность. Да. Аккуратность. Что это за костюм висит? Здесь что? Здесь ничего, да? Тут а здесь что? Вот. Так. Это что за телек? Телевизор включился. Посмотрите, телек. Как все поменялось. Телек, телевизор. Просто. Давай подойдем, посмотрим, что с ним будет. Так. Что это? Это какая-то информация. Что происходит? Это подсказка, может быть? Что? Мы провалились в какой-то туннель. Замедленная съемка, ребята. Что это такое? Вот это да. Это какая-то пасхалка, что ли, или напоминалка? Да, это... Я не знаю, что это, но это пасхалка. Ох, какой был сон страшный в телевизоре. Ребята, пасхалка. Идем дальше. Что это было, я не понял, а ты? Я не понял. Я тоже думаю, не понял. Ладно, выходим из этого дома. Может, это подсказка какая-то? Ладно, запомним этот кадр. Давайте запомним. Вылезаем отсюда. Как вылезти? Легко, да, как всегда. Но я просто реально не знаю, что сейчас произошло. Помойка, а что произойдет-то, я вообще не знаю. Так, ну что, идем. Так, это что, какая-то телега? Смотри, там разрыв есть в сетке, значит, надо отодвинуть, да? Мы уже знаем. Смотри, ботинки висят, наверное. А вы, ребята, знаете? Смотрите, ботинки висят на проводах, ребят. Ботинки. Есть такой прикол, связываешь ботинки... Ну, я не буду рассказывать, а то это хулиганство. Ну, наверное, смешно. Да, так, пойдем. Школа. Вот это школа, похоже, судя по площадке и входу. Да, это вот эта школа. Школа, да, ворота, точно школа. Как попасть? За нами девочка, да? Веревка спущена, кто-то, значит, сбежал уже отсюда. Вау. Пап, я так понимаю, за нами девочка, да, идет? Да, она ходит сама по себе, но иногда подсказывает. Ну, давай забираться. Ребят, ну... Конечно, я же могу помнить. Ой-ой-ой, ребята. Круто. Дальше что?
Ну, в прошлый же раз она была же. Да, мы ее спасли, а теперь она помогла. А это что за дым? Это школа. Ребята, это школа. А что здесь происходит, я не понимаю. Так, смотри, выключатель. Это жесть. Давай дернем. Смотри, у картины появился свет, ты видел? У картины свет появился, а что с ней делать? Может, надо что-нибудь швырнуть на нее, да, посмотрим? Ребят, у меня муравьи по коже. Да, мурашки. Давай зайдем в комнату, есть что? Мурашки, но пока муравьев нет. Кровати детей. Но пока... Что-то мне это не нравится. Давай возьмем банку. Точно, потом у меня будут муравьи по коже. Неси, швыряй банку. Сейчас пока мурашки. Швыряй банку в картину. Там проход, походу, есть. Не зря свет горел, и не зря мы выключили. Вот рычаг не зря, это была подсказка со светом из глаз прямо. Интересно, а здесь кто-нибудь есть? Здесь нету, а здесь, смотри, тут какой-то люк. Может, на него надо попрыгать? Понятно. Люк, смотри, есть. Здесь ничего нету, вот люк. О, шевелится люк, прыгай. Он открывается. Ну, давай, прыгай. О, свалились куда-то в подвал. Так, идем, ну давай, идем в подвал. Да, ребята, сказочка, конечно. Вот это да. Это, мне кажется, страшилка. Что ждет, пока мы ни одной живой души не встретили? Папа, ты любишь страшилки? Ну, что-то в этом есть, да, ребята? Да, пойдем. О, ну как, одному нам не открыть, одному. Давай, она поможет. Ребята, напишите в комментариях, кому нравятся страшилки. Ползем по проходу, ничего вот не видно. Тут темно. Только отражение. Так, мы сюда прыгнули. Только отражение нас немножко видно. Так, это что? Здесь уже мне очень совсем не нравится ничего. Там человек! Что? Там! Там какая-то страхолюдина была! Что? Неужели училка? Там, наверное, учительница уходит. Ведро висит. Ребята, вот сейчас у меня, наверное, муравьи по коже. Бабашки ведро. Там доска была, ловушка. У меня сейчас муравьи будут по коже. Там доска, ловушка, нельзя наступать. Кто это бегает там? Кто там бегает? У меня уже... Началось, ребята. У меня мураши. У Игоря мурашки. Мурашки? Ну, у тебя мурашки. У нас скоро будут муравьи, ребята. Тихо, аккуратно. Обязательно поддержите нас. Тут есть доски, ловушки. Вот она, перепрыгнули. Мы уже знаем. А вон там... Какие-то... Дети. Это, наверное, школьники. Школьники бегают. Да, другие школьники. Смотри. А нам туда не попасть. Вот, ну, это, мы вот, по... вот это будет страшно, если там... Пойдем, смотри, там кто-то смотрит. За угла смотрит, девка. Вот это будет, смотри, страшно. Смотри, доска. Да, пап. Доска. Вот... Подстава. Подстава. Они хотели нас поймать. Папа, а самое страшное, знаешь что? Ну? Ну, когда какой-нибудь монстр подойдет тут огромный, и нас вот так вот... Тихо. Вот так вот хрясь. Доска, смотри, видишь, доска выпуклая, перепрыгивай. Тихо. Потому что это... А кто наступил? Девочка наступила и меня срубила. Тихо, надо, да, в наклонку идти, ребят. Кто там? Там кто-то следит за нами. Да, папа. Ты... Вот, смотри, как она хитро сделала. Папа, через ты... лампу. Папа, а ты что-то подозреваешь? Конечно, за нами следят здесь. Да-да-да, ребят, я тоже знаю. Тихо, сосредоточься, здесь аккуратно, что за дверь? Тихо, что это? Тихо, аккуратно. Не нравится мне это все. Да мне тоже не нравится. Кувалда лежит, точно надо взять, точно кувалду надо взять. Да мне тоже не нравится что-то. Нас завалили! Все. Кто это? Это подстава, точно! Подстава какие-то! Вторая подстава, кто это? Кто? Безголовые утащили нашу подругу. Вылезай. Что-то мне тоже начинает это уже не нравиться. Теперь нам надо ее спасать. Бери кувалду. И смотри, тоже... смотри. У меня муравьи. Блин. Они фарфоровые или глиняные. Да, мы их убили. Смотри, доска опять. А мы его вызвали, давай. Еще мы одного. Мы нагнулись и ведром его убрали. Кто еще на новенького? Кто еще, ребята? Это вообще. Идите-ка сюда к нам. А, все, уже не взять. Ну ладно, с собой не взять кувалду, пошли. Давай, так, опять подстава. А где девочка? Опять подстава. Так, смотри, ключ нужен для лифта. А где его взять? Пойдем дальше. Пойдем дальше, дальше комната. Кто там? Давай посмотрим направо, кто там. Там урок идет. Училка. Там училка. Злая училка, ребята. И ученики учатся. Она стучит по парте, что-то пишет. Давай проберемся. Тихо. Она что-то чувствует, ну?
Она приказ дала им нас поймать. Она им дала приказ поймать, ребята. Так, ключ наверху. Наверху ключ, поползли. Нет! Ключ наверх, поползли, опять с этого момента. Ползли, давай ключ возьмем. Давайте. Шкаф падает, нет! Нет! Прячемся, прячемся! Училка пришла, злая. Это училка! Что это? Что это такое? А, что? Она нас поймала! Нет, что это такое? Ну давай сны... Давай прячемся вот сюда. Вот сюда прячемся, может, не найдет здесь. Быстрее, она опять идет. Ну, тихо. Найдет, нет? Тихо, тихо. Она ищет нас. Злая. Не увидела. Да, давай пять, папа, не увидела нас училка. Значит, надо сюда прятаться, в ящик. Ну, давай ключ. Нас не увидела училка. Бери ключ и бежим отсюда. Ключ от лифта, кстати, да. Ребята. Знаете, почему мы говорим училка? Потому что она злая, она здесь чудовище, она не настоящая, бешеная. Она не настоящая. Она бешеная. Она. Ну. Что? Мы своих учителей любим, а это какая-то чудовище просто, ребята. Она. Посмотри, какая. Она чувствует нас. Посмотри, что она делает. Бежим отсюда, только пригнувшись аккуратно. Пока не видит. Мы убежали. Убежали! Yes! Но я чувствую, это не последняя встреча. Так. Наверное, подстава. Ну, открываем лифт. Мы взяли ключ. Не с первого раза, но взяли. Уезжаем отсюда, ребята. На следующий этаж, на верхний, что здесь нас ждет. Мне каждый раз страшно, что нас ждет. Мне тоже немножко начинает страшно быть. Проходим. Что там? Какой-то мальчик на веревке рисует мелом. Какой-то сума... А у него веревка. А-а-а. А нам что делать? Чем его ударить? Где что ударить? А, вон, смотри. Вон. Быстрее, побежали брать. Кувалду! Ну! Удар! Да! Да, да, да! Он тоже фарфоровый. Фарфоровый или глиняный какой-то. На, на, да. На! На! А здесь что, дверь? Ну, да, ломается. Отлично. Значит, это проход нам надо проделать. Ты посмотри, сколько учеников заколдованных в глину. Да! Какая училка злая, всех заколдовала в этой школе. Странной просто школе. Ползем по шкафу. Мы знаем, что уже здесь можно ползти, потому что у нее да. Ручки специальные такие. Да, погнали. Так, здесь что, наверх? Какие проходы? Ну и школа. Это жесть какая-то. Она услышала нас! Она услышала нас! Это же, это, училка! Она в змеюку поймала нас. Это же училка! Так, а нам надо бежать по балкам теперь. Где спрятаться? А в ящике можно было спрятаться? А в этом можно? Ну быстрее! Она смотрит, быстрее сюда! Быстрее! Ну? Она опять смотрит нас. Она найдет нас? В ящике найдет? Нет. Нет! Смотри, тут два ящика. Это и это. Ну, мы до этого добежали даже. Круто. Ну что, прыгаем давай на тряпку. Больше вариантов здесь нет. Опять она села за что-то. Я не знаю, что она там делает. Так, здесь нам куда идти? Налево, наверное, да? Туда, вот по балке, туда. Дальше что? Пошли по балочке. Да, ребята. Мне кажется, ли тут кто-то есть. Нет. Так, здесь толкнуть можно это? Погнали. Толкай. О, это... Не услышит нас? Это же подсказка. Она услышала. Ну, мы успели. Мы успели, ребята. Так, ну давай. Не-не-не, все, она уже там осталась. А здесь что? Она идет. Она идет там. Прямо Гренни какая-то. Так, а что здесь делать? Она за книжками спряталась. Смотри, лестница. Она здесь неспроста, эта лестница. Надо что-то с ней сделать, наверное, да? Так, здесь у нас ничего нету. Ну, пошли к лестнице. Здесь не забраться нигде, ребята. О, да, ребят.
Что, лестницу может толкнуть можно? Ну, давай. Да! Да, это наша помощь. Так, ну давай наверх пробираться. Это помощь наша. Давай наверх забираться тогда, ребята. Вот это да! Она стоит там за книгами. Если мы что-то сделаем не так, она нас услышит. Да. Книги упали. 100%. Ну, беги. Еще раз. Еще раз. Надо бежать. Знаешь, что надо делать? Надо бежать. Shift, жми. Жми. Shift. Жми. Ныряй туда. Ныряй. Да. 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 Yes. Дай пять. Да. Скользить. Получи, училка. Еще раз. Смотри, какие стопки книг. Это библиотека, я понял. Это библиотека. Она услышала нас. Училка тут, здесь. Она смотрит слева. Она смотрит справа. Она смотрит снизу. А мы уходим, уходим, уходим. Она снизу смотрит, не видит нас. Вот эта змеюка злая. Не заметила. А мне все равно... Прыгаем на перила быстрее. Становится немножко страшно. Прыгаем на перила из-за книжки... Она прошла мимо нас. Мы прошли библиотеку. Дальше что? Дальше что? Дверь открывается у нее вот эта? За ней надо идти, наверное, да? А дверь не откроется, наверное. Нам не допрыгнуть до ручки. Давай подвинем ящик. Я уже знаю, ты знаешь, что надо ящики двигать. Да. Больше тут никак, вариантов нету. Да, 100%. Давай ящик двигать. Всегда 100%. Двигай его. О, да, да, да. Следите за вещами, которые стоят. Это подсказки. Ну, в принципе, после первого уровня, когда мы с охотником боролись, мы уже поняли, что надо все двигать, тащить. Да, да, да. Поэтому здесь уже проще. Поэтому да, когда уже мы. Знаешь? Да, когда уже мы с учительницей там. Уже проще. Так, да, ну давай уже стало проще. Прыгай на ручку. Когда мы уровень с учительницей, нам стало проще. Открыли и... А здесь? А здесь что? Доски нету какой подставы? Так, здесь страшно, никого нету. Неужели там ничего? Так, здесь что у нас? Книги разбросаны. Дверь, опять замок, смотри. А где же учитель? Ключ. Мы пошли наверх за ключом, больше здесь некуда идти. А на улице зловещая темнота. И луна светит. А где же девочка? А украли же, помнишь, парни-то ее? Вот мы ее помогать будем. Смотри, стоит. Да, 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 смотри, да, да. Фигура стоит из шахмат. Разобранная. Может, собрать можно? Ну-ка. Да! Это значит, можно прыгнуть на нее и дверь открыть. Вот для чего мы собрали эту фигуру. Прыгай! Давай, ну! Ну же, давай! Давай, давай, давай. Ну что, не получается у нас. Давай, пробил. Во! О, хорошо. Так, в этой комнате никого нет. Давай, давай, давай. Так, смотри, шахматная доска. И картина с ручкой. Как ты думаешь, если дернуть, можно эту картину дернуть? Смотри, какая-то эта стоит тут. Ну-ка, дергай картину. Можно? Подсказка! Нужно поставить вот так фигуры! Да, и тогда получится. А где нам взять их? На столе, смотри, стоит какая-то... Вот эта штука, это вот эта штука. Да? Вот эта корона, это слева на доске. Берем. Вот это, видишь? Мы взяли вот эту, которая слева наверху. Мы сейчас ее туда поставим. Посмотри, к центру прикручен мальчик. К фигуре привязан мальчик. Ну, он, по-моему, уже все, тю-тю. Так, ну давай. А нам нужна вот эта с крестом, кстати, наверху. Королева или король нужен. А как его взять, этого короля? Надо на стол прыгнуть. Давай вот эту... возьмем. Она нам тоже понадобится, кстати, ребята. Потому что на карте она тоже есть. И нам ее надо поставить вот сюда. Справа. Зачем-то. Ну-ка поставим. Ничего не происходит. Нам нужна вот эта вот. Королевская на столе. Нам туда надо запрыгнуть. Давай местами поменяем. Вот местами поменяем. Попробуем прыгнуть на стол, да? Вот так хитро поступим. Давай. О! Да! Вот она где! Да, вот. Извилины-то работают! Давай-давай-давай! Так, а это нам надо вернуть на место. Потому что на карте здесь стоит. А это вот сейчас мы поставим сюда. Потому что на карте она не здесь. Вот здесь она на карте. Свет зажегся, видел? Да, сработало! Да, да. Прыгаем! И что надо? Прыгаем.
Дернуть надо, за подсвечник был. Открылся кто, лифт или что это, дверь открылась. Папа, давай, идем. Ключ от замка на первом этаже, ребята. Вот это да. Если бы не эта карта на стене, никогда бы не догадался, что делать. Никогда бы не догадался. Пойдем, а ты? Или тебе сложновато, да, эта игра еще? Или дольше, долго, да, пришлось бы думать. Кто играл в эту игру, ставь лайк, ребята. А мы идем дальше, мы открываем замок ключом. Ставьте лайк. Что ждет нас здесь? Это столовка, слышите? Дети обезьяничают в столовке. Кто хулиганит в столовке, признавайтесь, а? Да, кто хулиганит. Кто в столовке хулиганит, признавайтесь. Да, я знаю, что вы хулиганите. А может и нет. Да, ребят, признайтесь честно. Так, что здесь у нас есть? У нас здесь есть окно на стене. А где столовка? Столовку там, за стенкой. Ну, давайте подвинем вот эту штуку. Сюда зайдем, что здесь? Кто это лежит под столом? Смотри, тут какой-то мальчик или девочка. Я не понял вообще, что это за подсказка, но пойдем двигать дальше. Подносы двигаем, ребята, к окну на стене. Двигаем, давай. Нам нужно туда забраться, а дверь закрыта. Только через окно получается. А там столовка, слышите, дети там. Дети хулиганят в столовке, вы только слышите это? Кто узнает свою школьную столовку? Это то же самое. Давай, зайдем сюда. Так, забрались. Кухня! Кухня столовки. И что делать? Наверное, может поварёшку взять? Мы же знаем, что их надо раскалывать. Да? Поварёшка не просто так лежит. Бери. Мы не успели. Еще раз. Надо сразу молотить по нему. Сразу же. Давай сразу его. Вот так! Он не один. Поворачивайся. Раз. Еще спрыгнуло. Два, девчонка. Наверху. Давай. Еще три. Давай, папа. Мочи их. Есть. Смотри, у всех головы развалились, а это не развалилась голова. Почему? Так, пойдем посмотрим, что там. Там дети обезьяничают, но нам туда не пройти. Они нас... Давай посмотрим, что это за голова такая. Ее что можно взять? Ее можно взять! Это маскировка! Два. Нас что, типа не заметят? Смотри! Дети хулиганят в столовке в школе! Он еще и толкает нас! Ах ты, хулиган! Посмотри, какой бардак в школьной столовке! Он толкает нас! И смеется над нами! Под столом поползли. Ну, мне как-то страшно, они нас не замечают, потому что у нас голова такая же. Он скинул картошку. А мы сейчас подождем в этот раз. Вот так. Обманули мы его. А он, смотри, хулиганил, картошку скинул на башку. А? Не заметили. Посмотри, что они тут творят. Дети, посмотри, что делают. Хулиганят. Издеваются тут над другом. Что за... Ну и бардак в школе происходит, да, ребята. Что они там делают? Так, наша голова раскололась. И что? Мы прошли в следующую комнату. Ну вот дверь с кнопкой. Нам не достать. Не достать кнопку. Мы полезли наверх. Будем ползти, пока будет возможность. Давай. Ползем, прыгаем, проходим. Ползем. Так, здесь доска. Веревку уже вижу. Значит, что надо на нее, забраться. А для этого надо что делать? Прыгнуть на шкаф. Все. Так, а на веревку мы сможем прыгнуть? Давай. Ну. Нет. А как за нее зацепиться-то? Давай еще раз. Надо зацепиться за веревку. Еще раз. Давай. Ну, вперед! Цепляй! Держи, надо мышь удерживать. Вот! А, нам надо прыгнуть на другую сторону. Ну, давай. Раскачиваемся, прыгаем! Ну! Вау! Давай! Ну, давай, раскачивайся! Давай! Раскачивай. Прыгай, цепляйся! Да, есть, все. Идем дальше. А что дальше? А зачем мы сюда пришли? Какая-то банка с мозгом. Она нам мешает, надо ее выбросить. Зачем нам банка с мозгом, ребят? Да. Крюк, смотри, крюк. Можно на него прыгнуть? Можно. И что дальше? Ну, спустились мы. А кнопку-то как нажать?
Как кнопку-то нажать, ребята? Мы разбили банку с мозгом. Так мозг, наверное, надо швырнуть в эту, в кнопку, да? Да. Давай швырнем мозг в кнопку. Нельзя, не просто ж так. Да! Да! Мозг в кнопку надо было швырнуть. Кто это? Училка. Училка на кухне. Я думаю, кто там? Там она видит все, ребята. Ее надо как-то это самое. Когда она, подождать, пока она уйдет. Мы под столом сидим. Уйдет, нет? Уходит, да, по-моему, нет? Боже, как страшно! Училка! Быстрее! Училка. Слышишь? Она услышала нас, но не заметила. Ушла, yes! А мы можем за ней пойти? На кухне здесь делать нечего, значит, надо за ней идти. Если дверь не закрыта, значит, надо идти. Давай. Ну? Опять она. И что делать? Она же заметит нас. Как пройти ее? Я не понимаю. Да. Как пройти, да, ребят? Что-то я отвлекся очень просто. Ну, давай тихонечко пройдем, нагнемся. Давай тихонечко идем, идем. Интересно, она нас не заметит. Ну, пока не видит, видишь? Потому что она за той стороной. А может быть, сейчас и заметит. Давай, 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 проходи. Неужели пройдем? Смотри окно. А как на это окно забраться, ребята? А в дверь можно пройти? Нет, через дверь не пройти, в окно надо. В окно надо. А в окно надо со стола. Значит, нам залезть надо. И тут тоже опять крастись придется. Крадемся, 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 ребята, крадемся. Пока она что-то... Она что делает? Манекен из... из органов. Она... сожрала. Надо ждать, значит, пока она этот манекен доделает. Так, ребята, побежали быстрее, побежали, пока она спиной стоит. Пока спиной стоит, побежали. Давай, 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 давай. Нет, она сейчас развернется, надо подождать. Так. Что-то ходит, ходит. Пока спиной, бежим, бежим, пока спиной. Давай, давай, в окно сразу. Не заметит. Подходит? Все, 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 побежали в окно, давай, пока не видит. Да! Yes! По шкафу. Неужели мы без проблем ее прошли, а? Ну давай, залезай сюда, залезай сюда. Не услышала. Она что, услышала? Нет, наверное, не услышала. Так, куда-то мы свалились. Решетка, ломай! Ломай решетку. О, смотри, кувалда, ну пойдем. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Ведро обоих. Да. А давай мы его обманем. Вот так, да. Бежим обратно, он ведро. И этого. На, и вторую девчонку. На. Да, давай. Все, идем дальше. Тут больше, надеюсь, никаких не будет сюрпризов. Так, мне не нравится это. Мне тоже уже это не нравится. Ну побежали просто, а да чё? Нас окружили? Нет! 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 Тогда надо их брать с молотком. Давай. С молоточком. Раз. Девчоночка. Раз! Раз! Мальчишечка. Два! Пошли дальше, братва. Погнали, братва! Давай. Здесь никого? Есть! Ну давай! На! На! Ну давай! Получай, на, стекляшка. Хорошо сказал, молодец. Да, он стекляшка, нужно его выиграть. Так, мы здесь А ведро-то мы и не ждали. Папа, нужно всех их выиграть. Так, ведро не ждали, второй раз обошли. Что они... Вот наша подруга, что они с ней делают? Идите сюда. На. 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 На, получай. Как ее отвязать, сломать, может быть? Давай, раз, два. Ну, живая? Живая, нет? Да, ребята, мы спасли нашу подругу. Побежали отсюда. Из этого туалета школьного. Это школьный туалет. У всех такой школьный туалет? Или только у нас? Да. Как вы думаете, ребята? Ну, давай. Просто. Я думаю, что не везде хорошие туалеты. Так. Ой, здесь надо перепрыгнуть. Может, сломается? Нет, не сломался. Идем дальше. Что нас ждет дальше? Пианино. Ну и что? Ну, давай запрыгнем на пианино. А, тут крутить надо. Да, все, крутим. Давай, крутим пианино. Крутим пианино.
крутим пианино. И что будет? А, мы его поднимаем. Зачем мы его поднимаем? Зачем мы его поднимаем? Я что-то не понимаю. Да. Ну-ка. А-а-а, он пол ломает? Ну давай, так он не сломал до конца. Она нам подсказывает, что надо лезть. Ну, лезем за ней. Прыгать, что ли, опять надо? Что она делает? А, да, прыгать. Мы прыгаем на пианино, ребята. Для чего? Для того, чтобы вниз свалиться. Вот это да, ребята. Ну и зачем это нам надо? Да, зачем? Зачем нам это надо? Просто зачем, интересно. Замок, смотрите, ключа у нас нету. И что дальше? Окошко есть, окошко есть. Она нам предлагает... Ничего не предлагает нам, девочка. А, предлагает руки подставить, хорошо. Посмотри, ключом ковыряет кого-то, хулиганка. Смотри, девочка отвлекает. А мы возьмем кувалду и... Цок! Фарфоровую куклу. И ключик наш. Так вот. Посмотри, какая девочка умная. Отвлекла ее пианино, чтобы мы ее стукнули. Да. Ну давай. Так. Ключик наш, открыли, прошли. И дальше что? Пацан рисует опять какой-то на полу. Нужен опять, мы крадемся аккуратно, нужен опять молоток. Она его сама душит. Она его душит. Ее, видимо, они так разозлили, что она сама решила, да, разобраться с ними. Даже наш молоток не понадобился. Ну давай, пошли. А мы и так могли пройти, наверное, да? Хотя, такой сюжет игры. Ну, что? А-а-а, тащить ящик надо, чтобы запрыгнуть. Все как обычно. Я и сразу не догадался, что надо ящик тащить. Пойдемте, ребята, уже как мы долго идем. Ну, когда будет выход, ребята? Я уже не могу в этой школе находиться больше. Просто. Я устал в этой школе. Это школа очень большая. Это не школа, а просто какой-то... Дурдом. Дом ужасов. Да. Так. Не дурдом, а просто дом ужасов. Что это, здесь делать? Это не умный дом, это... Руки подставила. Это дом бестолочи просто. Я не понимаю. Ей как помочь? Ящик бросить, да? Конечно. И что она делает? А, она просто забирается. Отлично, давай тянуть эту ручку. Просто дети какие-то бестолочи там. Открыли, проползем? Нет? Что здесь? Обезьяничают. Так, ребята, ну что, что, что в очередном туннеле-то, а? Что в очередном туннеле-то? Погнали. Она играет на пианино. Да. И чего делать надо? Вот, смотри, ручка внизу справа, ее крутить придется. Не понял, это девочка или это учительница? Это учительница, ребята. Вот ручка справа, нужно ее крутить. Учительница? Тихо, тихо. Она остановилась, что-то записывает. И в этот момент она, наверное, слушает, да? Давай крутить. Крутим ручку, крутим, крутим, крутим. А-а-а, опускается дорога, смотри. Надо подождать, наверное, пока она останется. Тихо, тихо, тихо. Видишь, она что-то пишет. Она слышит. Она слышит. Нет. Она слышала, слышит. То есть нельзя крутить, пока она не играет. А когда играет, надо крутить. Ждем. Вот сейчас ждем. Теперь... Так, ребята. Мы подняли, девочка прошла, но есть ящик. Нам обратно не вернуться, нам нужен ящик, ребята. Нам нужен вот этот вот тумбочка эта, чтобы забраться на книги, обратно к девочке. Ждем, да, когда она там остановится. Ждем. Вот ждем, тихо, тихо. Вот сейчас ничего для тебя делать. Все, начала играть, можно, поехали. Все, ребята, мы вернулись наверх. И сейчас мы попробуем добежать до решетки. Она тихо записывает, надо подождать. Все, побежали по решетке, побежали отсюда. Ну неужели слиняем? Ну! Она услышала. Она услышала! Она ползет за нами! Нет, башка! Башка училки ползет за нами! Она же догонит нас! Быстрее упрыгивай, да, лови! В ящик скатились! Мы сбежали! Она не заметила! Да! Мы сбежали? Yes! Мы сбежали! Мы сбежали! Или дальше надо идти? По-моему, школа закончилась. Да, это, наверное, следующий уровень, ребята, будет.
Но об этом, наверное, уже в следующий раз. Пора перевести дух, потому что этот уровень был очень жесткий. Очень жесткий просто. Странная школа и злая училка – это не для нас. Если понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Игорюшина Игрушина. И не забудьте заходить на мой инстаграм. Учитесь хорошо.